Всем привет! Сегодня хочу показать, как проходить магом Храм Титанов. Первое, наперво, что хотелось бы сказать, что желательно, конечно, отпиться по полной. И тут действует, если у вас есть крик, зов войны действует. То есть его тоже выпиваем. Первый этаж я уже прошел. Вставляем соответствующим образом титанов. Я ставлю титанов вот таким образом, защиту, потом песню ужаса, потом лунный страж, ода жизни и последним стальную волю. И поехали. Вот. Еще фишка, что наши враги, которые попадаются нам, они, у них нету титанов. То есть у нас как в этом плане преимущество. Вот мы залезли в щит. Магам надо бить массами, да и в принципе любыми массами, потому что если мы будем бить одиночными ударами, то конечно нам будет очень сложно их пройти. Ну видите, как почему-то первый этаж для меня оказался сложнее, чем второй. Просто одной массой положил всех. Давайте попробуем дальше, что у нас там дальше. Ну противники, как я уже говорил, попадаются рандомно. Чем выше этаж, тем серьезнее противник, то есть как видим. 19 миллионов, грубо говоря, 17. Здесь он по 15. То же самое. Главное массами. Я использую в основном сначала адскую песню и потом просто седьмым адамом потихонечку клепаю. Тоже, как видите, довольно легко это все получилось. Ну, что можем добить одиночным. У нас еще как бы есть три бафа, которые я пока еще не использовал. Это сила титана, это ярость титана и сердце титана. То есть я могу сбросить, сделать КД навыков титана. То есть если у меня уже прошли титаны, или например у меня обратно, у меня стоит первым щит, мне понравился щит, я делаю просто КД, и у меня включается обратно щит, мгновенно убивает вражескую одну цель. Но это желательно убить сначала стражей. И отражает 25 урона, действует 3 хода тоже. Ну, пока я, видите, обхожусь без этого. Съели у меня яру. Не очень хорошо. Это очень нехорошо. Сейчас попробуем. Посмотрим. Ну-ну. Тут, наверное, придется использовать КД титанов сейчас. Через определенное время. Залезу в сильфа. Тогда раз у меня масса забрали. А, мне и сильфа скушали. Хорошо. Давайте используем КД титанов. Тяжеленькие попались, не дают себя вообще никак. В обиду. Сейчас попробуем, надеюсь, не сожрут. Ну, на следующий удар попробуем массовую ульту, если мне не съедят яру. Надо мне, конечно, стражи убирать.
Да, и они воткнули щиты. Обалдеть. Отлично. Сейчас просто сидят опять у меня немножко яры. Ну это вообще не везет. Не везет. Сейчас полезу сильку, значит. Да, вот такие попадаются иногда. Как повезет. Вчера, например, прошел вообще без всяких проблем. Все 8 попыток. А вот сегодня, как видите, ну, скорее всего, конечно, побежу, но не без проблем. Пришлось и... Сейчас залезем сами в щит, и потом массовыми ультами попробуем его пробить. Не успевает отхилиться все 10 раз уже. Как говорится, давно бы так. Не давали, как видите, мне залезть в сильфа, то съедали пробуждение, то съедали яру, то еще что-нибудь. В общем, кое-как, с трудом. Вот сейчас опять, видите, у меня полностью съели ярость. И не дают просто. Но, слава богу, мы победили. Ну и так далее, проходит все 8 попыток. Вот у меня еще осталось 4 попытки. После того, как пройду, если я пройду 5-й этаж, то я откачусь на 1-й этаж. Притом, если мы не победили противника, то, используя 2-ю попытку, противник не отхиливается. То есть, предположим, мы там забрали по половине жизни. То есть, попадая в следующий раз, вторая следующая попытка, у нас противник стартанет с той жизнью, с которой он закончил предыдущий бой. На этом все. Всем спасибо, всем пока.